la 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 la. Всем привет, ребята. Ой, все, вот включил видео. И музыка перестала играть. В общем, отдыхаю. А мы можем, а мы сейчас по-другому. Там же еще карта памяти есть. Берешь так и включаешь, вот у нас тут музончик. Оп. Но тут, правда, такие песни. Би-2, Сплин, Чичерина. Здесь Би-2 уже есть. Против. Да. Так. В общем, вот у нас место нашего обитания. Тут уже вон жарятся колбаски. Ой, смотри, видишь, как они быстро. Ё-моё, а запах... В общем, вот так вот. Природа. Сегодня 7 мая. Первый в наш выход на природу в этом году. Вот у нас тут яблочки. Слушайте, надо в золото вам поехать. Так понравилось. Клубничка, смотрите, клубничка. Огурчики соленые, свежие огурчики, помидорчики, рыбка. Ростовская рыбка-то? А у тебя здесь что написано-то? А, я думал, Рома написан. Футбольный клуб Ростов. Ладно. О, это для сосисок. Вот. Всем привет. Всем хороших выходных. Всех с наступающим праздником 9 мая. Лично для меня 9 мая это очень хороший праздник. Сравним он с Новым годом даже. Вот. Тарелочка такая. Для шпикачек всяких. А зачем тарелку-то? Иглы-колики, деньги, теплые лужицы, фиг. О, Роман тут участие принимает тоже. Смотри как. О, мяско пошло. Это что, свининка, да? Нет? Свинья. Я сюда сводил. Да ладно, ничего. Ух ты, еще там, что там, апельсиновые корочки, что ли, даже? Да, мама там что-то подумала. Сидит главный шашлычник. Главный насаживальщик. Вот, и, а что, шампура не взяли? Не взяли, а мы их не нашли. Ну, а что, ты вот так нормально, что вы? Ну, и все. Пистолет. То говорит, ты же любишь меня. Вдруг ты хочешь убить меня? Шишку не беру. Делай ее же. Воды утекло, а теперь все равно, что кровь, что вино. Ром, надо это, руку сполоснуть, да? Оксан, поли, пожалуйста, водички, Ром, руку сполоснуть. Вон там вот только, не здесь что-то. Ведь, о, грибочки пошли, грибочки. Кому повезло. Катерина у нас всегда стоит на посту мангала. Никому не отдает это место. Но это нам нравится. Да, Кать? И мне нравится тоже. И ей это нравится. Всем привет, ребята! Давай. И пусть не кончается лето. Музыка там голая. Мам, смотри наверх, я тебя сфотографирую так. Ну-ка. Подожди. Что получится, интересно.
Наверное, вот эту фигню. Вот, видишь, вот видео пишешь, перестает играть музыка. Какой? Вот, вкусняк, ну давай открывай, там с апельсином, о, а там рыбка. Какая-то красочная рыбка-то. Форель. Форель. Сёмга. Сёмга или форель? Сёмга, наверное. Сёмга. Оксанка побалдеет, она любит рыбку у нас красненькую. Ой, мне, наверное, кусочек чуть-чуть оторвёт в ротик. Давай. Ау. Ну-ка еще чуть-чуть. Я не распробовал пока. Сейчас он полкусочку говорит. Не-не-не. Ну говори, что уже, блин. Так надо побольше. Ты говори, что? Давать-то. Ну так пока вкусно. Побольше, почаще, мозоль будет. Быстрее, говори, что? Не, ну вообще вкусно. Бляха, вообще рыбка вкусная. Я не люблю, потому что кости, блин, меня раздражают. Вот если меня Оксанка подклупает, вот даст мне в ротик, вот тогда я люблю. А так, вкусно. Ну, это прям вообще, прям Катюха у нас шеф-повар. И шеф-повар, и все. Че еще надо мужику, да? Вообще не говори. Сидит и думает, че еще надо? Всем привет! Да. Чё, кто? Чё, всем привет. Кошмар. Видео записываю. Все, у нас 7 мая. Все заканчивается. Мама уже одела мою куртяшечку. Он ходит домой. Все, сейчас уже, видишь, вот все уже тут как бы чуть-чуть. Уже тут вот, вот тут уже остался шашлыка чуть-чуть совсем. Все съели, представляете, ну, вот, а? Вообще обжоры, да, все съели. Все съели. А что, ты гостей домой? Ничего не выбросили. Ну, там дети играют. Ой, солнышко, смотри. Ой, солнышко, как хорошо светит. Ребята, вы полюбуйтесь, а? А это я. Все. Закругляемся, уже собираемся потихонечку. Еще сидим, музычку слушаем. Докушиваем. Вот. Вот остаточки, вот и девочки, то, что остались. Это вот сумочки наши. Музычка играет. Но музычка не играет, потому что я на видео записываю, так как музыка играет с телефона. В общем, всем хороших дней, хороших выходных. Отдыхайте, как мы. Всем привет! Скажи привет, Кать. Сегодня 9 мая. Вот мы приехали на площадь молодежи. Только что приехали на автобусе. Вылезли. Вот тут такая инсталляция. 9 мая. Сейчас мы пойдем на площадь Победы. Да, Кать, пойдем сейчас на площадь Победы. Тебя тут сфотографировать? Не надо. Всем привет. Пошли мы на площадь Победы. Да вообще тут такие, видимо, ветер задувает. Она купила, наверное, всю. Пойдем вон туда, вон.
Фонтан, площадь Молодежи. Ой, тут такие лужи. Это, видать, от этого, от фонтана все ветром задувает. А мы вон туда пойдем, Катя. Сейчас куда-нибудь. А? Так далеко, как давно с Наташей. Чего? Не заведи меня так далеко, как с Наташей. Да? Ладно. Вот такая тут крутая лавочка. Но она, правда, вся... Ух ты, а что, здесь не пройти? Ё-моё, закрыто. Вот гады, взяли, закрыли. Пойдем вон там только через ворота пройти. Ну вот. Ну иди полази. Давай. Решила по... Вот она лазит. Залезла на лавочку. Интересно, сейчас еще выше полезет. Катя, ты смотри. Эй, ты куда? Ты офигела, что ли? Ну-ка, стой, стой. Ну ты, блин, даешь. Стой, смотри на меня-то. Еще смотри, смотри, о. Круто. Сфотографировал Катю. Так, теперь она слезает. Слезай, слезай, давай, пошли. Вот такая тут крутая лавочка. Здоровая. Вот Катя. Вот такая вот Катя маленькая по сравнению с этой лавочкой. Теперь она сползает. Опа. Пошли, вон там проход ты, господи. Вот подходим мы с Катей к площади Молодежи. Церковь Борисоглебская. А вот Катя сказал, что это волшебный дом. Да, Катя? Почему волшебный? Потому что на нем цветы растут. Похоже на зарубку. Ага. Только, правда, мы с Катей что-то идем. В общем, мы пришли поздно. Тут уже все закончилось, судя по всему. Ну, был этот, как его. Ага, все идут обратно, а мы идем, короче, мы идем против толпы. Ой, ну там что-то говорят. Пойдем посмотрим, вон еще полицейский на мотоцикле. Ага. Было шествие бессмертного полка в Раменском. А? Подходите. Это птички так говорят? В общем, было шествие бессмертного полка. Вот. Все идут с табличками. Тут все перекрыто, можно походить по дороге. В общем, сейчас посмотрим, что там будет. В общем, вот там веночки возлагают. Конечно, толпа, народу. Целая куча, коптеры летают, снимают. Ужас. Народу много. Туда не пройти. Чего ты, Кать? Вечный огонь, вон там, вон там. А как туда пройдешь? Видишь, там все закрыто. Там веночки возлагают, никак не посмотреть. Вон, видишь, ну-ка пойдем посмотрим, что тут такое. 9 мая, видишь, тут поставили, какую красоту. В общем, как обычно, не люблю я всю эту толпу. Народу много, куча интересного ничего. В телевизор посмотрели, достаточно. Ну, клумбочка какая красивая, да? Что тут растет? Цветочки всякие растут. В общем, недолго мы там задержались. У нас на площади Победы народу много. С ребенком вообще не протолкнуться, не пройти. Короче, мы пошли домой. Сейчас пойдем домой, сейчас подойдем к фонтану, шарик. Сядем на автобус, пойдем домой, купим. Господи, дома посмотрим по телевизору. По раменскому телевидению все покажут. Во всех ракурсах. Да. Там снимают. Коптеры летают, снимают. Так что все посмотрим сейчас. Народу
толпа. Лучше дома все-таки. Наверное, я старый становлюсь. Стареем. Сейчас фонтанчик покажем. О, фонтанчик. Вот она, остановка. Да ладно тебе, господи, прям уж пересохшее все. Вон, иди шарик, может, чуть-чуть потрогать. Да. Пока автобус едет. Сейчас мы поедем домой. Ну его нафиг. Сейчас какой-нибудь автобус приедет. Так на улице вообще-то холодно. Конечно, холодненькая. Вот такой вот фонтан-шарик. Господи, солнце светит, дождь идет. В общем, ребята, всех с Днем Победы.